Начало протеста. Начало протеста. ЕС не нужны наши продукты. Так, Молдова. Так. Угу. Все, начало протеста. Нас согнали. Мы здесь, сбоку, возле Министерства сельского хозяйства. Согнали, потому что делегация. Все, вот нас согнали сюда. Вот не знаю, что они там решают, решили, не решили. Нет, не пускают, не пускают. Здравствуйте. Доброе утро. Как у вас? Нормально. Потихонечку. Да. Потихонечку, помаленечку. Пытаемся. Давайте обменяемся телефоном. Хорошо, хорошо. Будем пытаться вместе. Да, да, да. Да. Обязательно. Так. Так, ждем, ждем. Начало, начало. Только всего лишь начало. Это Кишинев возле Минсельхоза, но Минсельхоза не пустили, потому что какая-то делегация приехала, и премьер запретила. Юрий Иванович, мегафон. Вот здесь Минсельхоз, суд района Чебур, там Чезюртура. Мега тоже тут, пятый канал тут. Ну, остальные ребята, парень. Дрежь, тут дрежь. Нужно по два человека. Тоже этого парня не знаю, но часто вижу везде. Все фотографируют, все снимают. Так. Так, сейчас посмотрим. Так. Юрий Витнянский. Ирина Лозова. Тоже стану-то вперед, чтобы было видно. Я со всеми. Со всеми блогерами. Светлана тоже блогер, но она в ТикТоке, кажется. Потом спрошу. Хорошо, ладно, скажу. Я ему тогда скажу. Идем по кругу. По кругу мы идем. По кругу. Ну, вниз. Так. Идут, все идут, все. Хорошо. Все идут, пусть идут. Все идут. Я уже вместе с ними пристроюсь. Тут, конечно. Петра выгоняет. Ага. Да, да. Отовсюду выгоняет. Отовсюду. Вот такая у нас. Да. Туда не ходи, там не дыши.